Сегодня во Дворце молодежи прошел форум молодых семей. А для участников была подготовлена интенсивная программа. Лекции по воспитанию детей от ведущих психологов. Различные интерактивы. Также все пришедшие смогли задать вопросы о социальной поддержке семей в Камчатском крае. Для детей была организована игровая комната с аниматорами и завершилось мероприятие веселыми соревнованиями среди детишек под названием «Забег ползунков». Людей сегодня пришло достаточно много, и для нас очень важно, что Дворец молодежи в этот день стал той площадкой, где молодые семьи смогли встретиться, обменяться своим опытом, получить новые знания и ответы на интересующие вопросы. И, безусловно, такие мероприятия, конечно, важны для нашего края, ведь они позволяют родителям весело и с пользой проводить время со своими детьми, при этом отмечая для себя что-то новое.